по-перше, я хочу всіх подякувати, хто прийшов, всіх небайдужих громадян. Я знаю, що погода сприяє зараз якимось прогулкам по вулицям, але люди прийшли до суду апеляційного, і зараз до адміністративного. Я хочу ще раз вас всіх щиро подякувати. Ще залишились люди в коридорі, дуже багатих людей. І кожен з вас, це ну, в мене така зобов'язаність на все життя перед вами. І ще раз від щирого серця спасибо великому Божу. Це перше. Друге, ну що реально відбувається? Я взяв гражданство України. И я начал делать реформы вместе с другими, но потом оказалось, что реформы на самом деле им нужны были только для пиара. Нас нужно было приглашать только для фасада. А как только мы объяснили, что реформы также значит, что они будут обкрадывать своих граждан, повышать тарифы беспропонно, назначать своих людей по кумовству и просто честно управлять жизнью по закону, это им всем не понравилось. И потом они все ходом решили на курс. Это не просто президент, лишили меня гражданства. Поменяли состав комиссии по гражданству и лишили меня гражданства. До этого забрали партию. После этого выдворяли грузин разными группами, мешок на голову. Представляете, специально сняли самолет. Чартерным рейсом выдворили трех грузин. В том числе одного забрали недалеко от института, когда он вышел для своего ребенка маленького покупать, я с Юрием Деревенко ходили к ним домой, лекарства, тапочка. И украинская семья, у второго украинского семья, у третьего украинская семья. Первых выдворили, одним самолетом заплатили за это деньги, вторых выдворили. Тремя вертолетами. Я операцию руководил начальник личной охраны президента. Сколько денег было потрачено? И сколько денег сейчас тратится на то, что они бегают за мной? Бегают с повестками, бегают прокуроры, бегают в волк и заяц, в 3 часа утра поднимают альфу, тревоги. Хватать меня на крыше, как будто меня нельзя было в любом месте задержать без проблем. Огромное количество визитов осуществляется с целью договориться то с грузинской, то с другими. Просто потому, что организованная преступная группировка, которая захватила власть, у которой предан только гать и красть, не может, не хочет и не жить. И все будет делать для того, чтобы меня не было в крыше. Для того, чтобы люди не поднимались, для того, чтобы люди не бросали мусор. Вот и вся политическая подоплека этой истории. Но я хочу сказать, что будет продолжением этой истории. Продолжением этой истории будет, что какое бы решение вы ни приняли, они будут дальше и дальше выдавливать меня из страны. Но у них серьезная дилемма. Потому что один грузин, Георгий Гонгадзе, уже дискредитировал и свалил, практически свалил, гораздо более удачного президента Украины. Гораздо более удачного. Когда он хотел избавиться от того грузина. Он сказал, уберите Гонгадзе из Украины. Позвоните послу, моему другу, кстати, Катамадзе. Скажите ему, что убрался года. А потом Гонгадзе убрали буквально. И никогда больше Кучма, который очень много хорошего сделал для Украины, от этого не оправился. Гонгадзе был героем Украины, большим украинцем. Но он был журналистом. Я Михаил Саакашвили. Я чуть-чуть менее по зубам, гораздо более слабому президенту, чем был журналист Гонгадзе, гораздо более сильному президенту. Я просто хочу сказать, конечно, меня физически можно в любой момент схватить и просто депортировать, убить, скинуть с крыши, отравить. Но Порошенко этого не переживет. Я вам гарантирую. Кучма не пережил Гонгадзе, Порошенко переживет экстрадицию Саакашвили в Грузию. Как говорят американцы, give me a break. Никогда этого не будет. И это первый риск. Второй риск. Почему грузинская власть и посылает письма и очень не хочет меня видеть? Потому что она очень слаба. Тоже. И не хочет никто видеть сильных фигур, особенно в той стране, где
я создал реально новое государство. И это русский. То есть, ваша честь, у вас есть историческая функция. Вы можете принять решение, которое свалит режимы двух стран. Я не шучу. Вы увидите, что если это идет по этому сценарию, это будет этот сценарий. Есть другой сценарий. Не свалить никого, просто спокойно подвинуть, спокойно пронести реформы, спокойно дать политическому процессу ход, спокойно не разговаривать со своими оппонентами путем судей, прокуроров, Альф и Бет, и там Перкут и так далее. Не нагонять Нацгвардию в большом количестве. Не присылать, не собирать компроматы. Тут моя мама сидит, вчера я ее пригласил на чай или 3 года назад. Говорит, Саакашвили видели с какой-то девушкой, пил дорогой чай. А я просто очень развлекаюсь от таких вещей, но на самом деле они серьезные, государственные ресурсы на это тратят. Вы поймите, что какой-то СБУшник сбегает за мной, сидит, словил 2 часа ночи, просто ничего больше не было открыто. Я опубликовал видео. Деньги тратятся на эту ерунду. Когда Ирину, героиню реально убили, все знали, что ее убьют. Акуеву, все знали, что ее убьют. Махаури, все знали, что ее убьют. Шаповал был под большим риском. Шеремет был под большим риском. Убивает. Никто не защищен. В стране острый дефицит справедливости. На что тратятся деньги? 3 вертолета для 3 грузин или 4? Рейс специальной гвардии, спецрейс надгвардии, да, еще трех. Сервис государственный Михаил работает на Саакашвили, в том числе собирает информации по ночам в барах. Международные визиты осуществляются с этой целью. Извините, но что в стране нет более важных дел, как нация за Саакашвили? Если ты думаешь про страну, если ты думаешь про свою... Про свой карман, про свой ОПГ, про свою кормушку, конечно, Саакашвили опасен. Я прямо говорю, да, я опасен. Для кормушки я опасен, для коррупционера я опасен, для ОПГ я опасен. Для проворовавшихся людей я опасен. Я однозначно для них опасен. Поэтому я тут, поэтому я... Мы решили, мы долго думали... Вы знаете, что было много разговоров, что решение заранее уже принято. Я сказал, что мы уважаем законный институт. Мы понимаем, что происходит. Но для будущего хотя бы нужно зафиксировать для истории, что происходит. И поэтому анекдот этой ситуации в том, что нельзя было лишать гражданства по Конституции Украины, нельзя передавать постоянного жителя Украины иностранным странам, нельзя не пускать в страну постоянного жителя Украины. Все законы нарушены, и более того, нельзя обвинять человека, что он предпочел жизни в Голландии, в Швейцарии, жизнь в Украине. Это не преступление. Бывают и такие чудаки. Я верю, что Украина будет намного... Я верю, что Украина будет намного круче страной, чем любые Нидерланды. Я серьезно это говорю. В Украине будет двузначная цифра экономического роста. Да, я обожаю Польшу, я восхищаюсь Польшей, но Украина догонит Польшу. В Украине будет новое чудо. В Украине люди будут жизнедостойны. Здесь будет нормальная пенсия, здесь будут справедливые тарифы, они 16% нам добавили на Новый год. Здесь будет все иначе. Потому я в это верю, потому я здесь. Почему я рискую и потому я трачу большую часть своего времени не на то, чтобы что-то сооружать, строить, развивать, реформировать, а нахождение по судам, по коридорам, по следователям, по ДМС и так далее и тому подобное. Но я такую практику получил. Я понял, как унижают наших граждан ежедневно. Я точно знаю, что я должен оставаться хотя бы для того, что я получил эту практику, мне это должно заканчивать. Я понял, я стал частью обычным гражданином, в отличие от них, я не живу отдельной жизнью, я не лечусь в отдельных госпиталях, я не живу в отдельном острове, я не живу там. Я как все. И сейчас и меня унизили, то есть меня невозможно унизить, сам себя не унизишь, но они пытаются меня унизить как все. Они пытаются меня загнобить как все. Они пытаются меня вгонять по регистрациям как все. Вот мы тебе покажем, и они мне показывают. И слава Богу, что показали.
Это испытание, которое на самом деле открывает мне глаза. Я практически все понял. Я сейчас так вооружен, как никогда не был. Знанием. Про все их мерзости. Про все методы этого ОПГ. Я знаю точно, кто их прокуроры, кто их судьи, кто их там, как они действуют, как они шантажируют, как они компромат собирают, как они разводят. Все я узнал. Сколько кому они платят и как подкупают. Все узнал. И сейчас, конечно, такой человек опасен для Украины. И потому я пытаюсь эти знания использовать и буду их использовать. И будем их использовать вместе. Поэтому давайте, я прошу вас, я с уважением прошу, что я понимаю, что ситуация сложная для любого человека, которого это поставлю. Прошу вынести решение, а в дальнейшем мы будем действовать так, как намеревались. Идти до конца. До победы. До победы. Я хочу, чтобы вы извернули увагу на то, что що вони мене, ну, не інкримінують, а як вони, що вони використовують як підставу. Вони кажуть, що якщо ти в Україні, а після потрапив десь до Швейцарії, в Польщу, в Угорщину, в Австрію, в Німеччину, і ти такий дебіл, що там не залишився, тебе треба за це покарати. Ну реально вони це вже. Вони сьогодні з повною відповідальністю говорять, що Саакашвілі був во всіх цих країнах і не залишився. Ну треба одразу хватати і видавати. Ну який нормальний чоловік повертається в Україну? Перебував во всіх нормальних країнах. І це Государство міграційної служби. Ось це говорить. Вот какого государства такая штука? И такие представители, извините. Вы сказали, что они сказали? Какой ты был глупый, что сюда приплелся? Какого черта? Заслали, наверное. Потому что любить страну, уважать ее, поддерживать ее, это все для лохов. Какая разница? Миграционная служба. Миграционная служба это не понимает. Потому что все идут в то направление, а кто-то обратно вернулся. Как это? Сегодня в этом году 20 миллионов украинцев покинуло Украину. Из-за власти, которая только умеет красть и гать. А то, что я вернулся, это первое. Вторая история. Извините, пожалуйста. Я тут постоянный житель. Как минимум постоянный житель. Я вообще-то гражданин. Постоянных жителей нельзя экстрадировать и нельзя не пускать. Так написано в законах Украины. Ну что им? Так написано, так прописано в законах Украины. Они просто не привыкли, что кто-то возвращается. Они не привыкли, что кто-то требует. Они привыкли, все, что они говорят, это закон. А все, что мы говорим, это не имеет значения. И реально, вот только что вы видели. Тут идет только крупнейшее нарушение закона. Нельзя постоянного жителя страны, во-первых, отказывать ему говорить, ты ж был там, ты мог бы стать постоянным жителем Польши, гражданином Нидерландов, гражданином Литвы, работать и прибывать в Америку. Чего ты вернулся? За это надо наказать. И второе. А, ну да, постоянный житель, давай поставим три точки, потому что это что-то в наших планах входит. То, что постоянно жителей нельзя выдавать по конституции, по законам, это что-то противоречит тому, что указано сверху. А сверху что сказали, все. Значит, надо выполнять. Но просто единственная проблема, что те, которые сверху, скоро их не будет. А вы все останетесь наедине со своей совестью и законами. В том числе со своей историей нарушения этих законов. И это я прошу про, все, про это всех помнить. Никто, если ты на жульничество отвечаешь, отводя глаз, ты сам жульник. Если ты участвуешь в нарушении закона, я маленький человек, мне приказали, ты нарушаешь закон. Если ты участник преступления, ты соучастник преступления, как бы это? Потому что, тем более, когда это происходит на глазах у всех, и тем более, когда вас про это предупреждали. Не говорите потом, что вас про это не предупреждали. Я вас про это предупреждаю. Я, Михаил Саакашвили, вас предупреждаю. В этой стране
поколение Киреева и так далее, я уверен, что вы не разделяете их судьбу. Но это цветочки. Такие разборки начнутся с судьями, прокурорами, с полицейскими, которые сейчас по приказу Барык гнобят, которые убили только что молодую активистку, защитницу права людей. И убили на наших глазах. Не будет так. Нам на ваши услуги уже не понадобится. Нам не нужны будут судьи, которые будут выполнять любой указ. Нам не нужны будут прокуроры, которые будут выполнять все. Мы хотим новых прокуроров, новых судей. Сегодня меня судил судья, который в свое время судил его центр. Так больше не будет. Следующая власть Украины будет наводить порядок и справедливость. Запомните это хорошо. Мы не будем цацкаться. Я прямо вам говорю. Мы не будем заморачиваться и говорить, может, выполняли против нас приказ, сейчас наш приказ. А мы не будем давать в этом приказ. Мы будем разбираться, кто выполнял приказ, чтобы впредь всем было неповадно. Я вам обещаю, власть сменится тут очень быстро. Я вам обещаю, я буду частью смены этой власти. Я вам обещаю, я гарантирую, что никто не уйдет, не наказан. Ни мелкий чиновник, ни судья, ни прокурор, ни никто.